Добрый день, уважаемые дамы и господа. Итак, начнем. Совершенно секретно. Выписка из сценария «17 мгновений весны», эпизод 637. Здесь написано: пастор Шлак пересек границу Швейцарии. Как пересек, на чем пересек, у меня здесь не написано. Пастор Шлак не умел ходить на лыжах. Этой фразы вообще не было в сценарии. Никогда. Действительно, эту фразу придумали позже. Режиссер Татьяна Леознова придумала, увидев беспомощного актера на лыжах. Да, в этом эпизоде высочайшего класса артист Ростислав Пляд не играл. Он на самом деле не стоял на лыжах ни разу. Это провал, подумал Ростислав Пляд. Но пути назад не было, и он пошел по хрупкому снегу. У нашего разведчика защемило сердце. Пропадет ведь. Но не пропал, как известно. В отличие от других, более ловких, более смелых и более умелых. А вот другой эпизод, уже не из фильма, из жизни. Москва. Магазин на Тверском бульваре. Очередь у кассы. В очереди опять же он, Ростислав Янович, усталый, печальный, прямо-таки граф в изгнании. Ему плохо. Бойкие тетки с авоськами все дальше и дальше оттесняют артиста от заветного окошка. «Но это же Пляд! Знаменитый Ростислав Пляд!» Указывая на Пляда, закричал какой-то сердобольный гражданин. В сторону актера одновременно обернулись десятки голов. Толпа расступилась перед ним, как Красное море перед пророком Моисеем. И что вы думаете? «Нет», — сказал Пляд, — «вы ошиблись. Моя фамилия Петров, я сантехник». Очередь с грохотом сомкнула ряды. А гуманист-энтузиаст, шокированный выходкой кумира, в отчаянии обхватил голову руками. Не понимал он, как мог такой щепетильный субъект выжить в сумасшедшем 20 веке и даже сделать карьеру. Что, вам тоже хочется понять? Ну тогда начнем нашу историю. Цирк гремел от хохота. Белый клоун всячески измывался над рыжим. Вот подлец. А пятилетний мальчик в матроске, сидевший в портере, страшно негодовал. Почему они все хлопают, дураки? Это же нечестно. И когда очередной трюк рыжего простофили сорвался из-за происков белого, рассерженный маленький зритель, а это был именно наш герой, не стерпел. Он выскочил на арену и запальчиво пропищал в лицо рыжему: «Послушайте же, вас же обманывают!» Зрители окончательно развеселились. «А, малец матросский подсадка, знаем мы эти штучки!» Растроганный папа мальчика умилился. «Кажется, мальчик-то растет порядочным человеком, во всяком случае вежливым. Даже к клоуну обратился на «вы». Папа, известный адвокат, был уверен, любой конфликт можно решить цивилизованно, то есть не прибегая к пошлому мордобою. Естественно, сыну своему Ростиславу он прививал те же принципы. Надеялся, что отпрыск пойдет по его стопам, станет юристом. Но парнишка оказался с характером, заявил: «Я сам выберу себе дело по душе». «Да», — впоследствии вспоминал Ростислав Янович, — «я с детства был строптивцем». Руководствуясь выбором души, к осени 26-го года он доблестно провалился во все театральные школы столицы. Но продолжал репетировать, имитировал собачий лай. Готовил чеховский разговор с собакой. Надо же было чем-то поражать мхатовских корифеев. «При чем тут МХАТ?» — спросите вы. О, это была темная история. Вот строчки из мемуаров Ростислава Яновича. Неожиданно В.В. Брамлей, артистка МХАТа, с которой артист Пляд был знаком, сообщила, что осенью 26-го намечается прием в МХАТ в сотрудники. Школа-студия тогда при МХАТе не существовала, примечание Пляда. Какие же тогда сотрудники? Из мемуаров-то ничего не понятно. Может быть, осенью 26-го в МХАТе намечался набор новых рабочих сцены? Ну, почти. Это был экзамен для артистов подсобного состава с тем, чтобы переводить их в основную группу. И по-хорошему, Пляд не имел права в нем участвовать, так как не был, как вы сами понимаете, даже в подсобном составе труппы. Но упорство и обаяние открывают любые двери.
На прослушивании он жалобно скулил, заливисто тявкал, даже отрывисто и часто дышал, высунув язык. Но первоклассно облаянная комиссия его искусство не оценила. Чеховский разговор с собакой в исполнении нескладного юноши ей не понравился. Увы. Поникший, он побрел на улицу, но проявленные ранее упорство и особенно обаяние еще действовали. У дверей юношу перехватила режиссер театра телешоу и повела куда-то вверх по лестнице. «Юра, посмотрите, кого я вам нашла! Он еще выше вас!» «Я учиться хочу», — на всякий случай сообщил Ростислав из-за спины телешовой. «Хотеть мало, молодой человек», — без всякой задушевности сообщил ему известный всей Москве Юрий Завадский. «Надо иметь право хотеть». «Не понимаю». Как позже выяснилось, у Плята это право имелось. За время обучения он продемонстрировал не только недюжие актерские способности, но и незаурядное упорство в сочетании с железной самодисциплиной. Так что, когда студия Завадского трансформировалась в самостоятельный профессиональный театр, Плят оказался там на одной из ведущих позиций. Так, вот теперь понятно. Я по улице скачу, я веревочку верчу. 20 раз без остановки, 30 раз без остановки, 40 раз без остановки прыгну, если захочу. Вот теперь как будто налаживается, то все чего-то не хватало. И вдруг, как говорится, у него зазвонил телефон. Алло. Товарищ Плят, здравствуйте, говорят с Мосфильма. Я не могу громко разговаривать здесь. Кинопоказ идет, простите. Значит, есть очень перспективная роль в фильме «Ленин» в 1918 году. Да. Но учтите, придется разговаривать с самим товарищем Сталином. Да ладно. Очень ответственная роль. Как называется роль? Сейчас. Значит, военспец по фамилии... Сейчас. Слушайте, а у него вообще нет фамилии? Ага. Что, я не понял. Куда мне идти? Конечно, послал. А как бы вы отреагировали? Это же был явный розыгрыш. Предложить начинающему актеру роль в фильме о Ленине — очень удачная шутка. С кем бы еще так пошутить? Потом позвонил Завадский. Долго ругался. Выяснилось, что Завадскому позвонили уже не с Мосфильма. Тоже шутили. В итоге серии телефонных анекдотов Плят на негнущихся ногах в состоянии тихой паники оказался на Мосфильме. Фамилия у загадочного военспеца все-таки была – Иванов. И он действительно обменивался с будущим вождем народов парой реплик, пока тот снимал его с должности. Правда, он не потянул за собой шлейфа больших ролей и даже для истории не сохранился. После разоблачения культа личности эпизод «Сталин и военспец» вырезали за явной провокационностью. В 1939 году приятельница Плята, актриса Арина Зеленая, затащила его на съемки комедии «Подкидыш». Выступая здесь в качестве сценариста, она скроила для дорогого Славушки роль холостяка-геолога. Ни героя, ни злодея, так, забавного чудака. Партнершей актера по фильму стала 4-летняя Вероника Лебедева, собственно, сам «Подкидыш». Эта кроха умела взяться за дело. Требовала: как только я подойду к киноаппарату, сразу дарите мне велосипед. На дядю Ростика смотрела с жалостью. Странный он, ходит по площадке, конючит. А может, еще дублик? Может, переснимем? Чего тут переснимать? Велосипед давайте. Тут не было, тут лежат. Не плавают. Ну да. Вот так. А ноги куда? А ноги куда? Ну, ножки. Тут влажно. Несмотря на пессимистичные прогнозы, Плят к началу 40-х умудрился неплохо устроиться. Он был востребован, стал знаменитым. И красиво, радостно, как бенгальский огонь, горел на работе. Бывало так. Едва сняв грим после генеральной репетиции, ехал на Мосфильм, играл какой-нибудь эпизод. Потом садился на поезд до Киева. Режиссер Абрам Матвеевич Ром очень просил приехать. Отказаться неудобно. Ночь в пути, утром съемки. Опять в эпизоде. А затем обратно в Москву, в театр, на очередной прогон.
В 40-м году Михаил Ром позвал считавшегося актером-комиком Плята в серьезный фильм-драму «Мечта». Плят был несказанно этим обрадован. Так обрадован, что не обращал внимания на досадные мелочи. Его устраивало практически все. Съемки в неурочное время. Замечательно. Добираться до Мосфильма надо самостоятельно. Так это же очень хорошо. Персонаж-неудачник, так это же просто отлично. Плят не делил роли на значительные и бросовые. Клялся, для меня любая роль главная. Странный какой актер, говорили вокруг. Потом, как так можно обожать, когда ему делают замечания? Больше того, обижаться, когда ему, понимаете ли, их не делают. Просто кошмар какой-то. Представьте себе, да. Ростислав Плят считал, что если его работу не критикуют, значит, не хотят с ним работать. Иногда актеру делали замечания специально, только для того, чтобы поднять ему настроение. Давайте играть дальше. А? Зрительская популярность артиста Плята росла верно, но медленно. Философическую мечту упрятали на полку. Война. Кстати, в эвакуацию Плят не уезжал. Он оставался в Москве. Почти ежедневно он читал на радио антифашистскую публицистику. А воздушные тревоги, как назло, объявляли с наступлением темноты. Как раз за полчаса до начала его передачи на радио шутили. Фашистское командование окончательно решило не подпускать Плята к микрофону. К счастью, так устроено, что даже после самой лютой поры всегда приходит весна. Слепят лучи, журчат ручьи и так далее. Легким бризом послевоенного настроения была буквально пропитана кинокомедия Григория Александрова «Весна». Вот только новая идейная установка киноначальства чуть было не перечеркнула всю работу артиста Плята в этой картине. Его хам Бубенцов, испорченный квартирным вопросом, оказался единственным отрицательным персонажем во всей комедии. Непонятно, что вы делаете научное открытие. Карандаш – это затасканная деталь. Никитина не может покусывать карандаш. А у нее как раз такая привычка. Золотко, мало у кого какие привычки, но этого нельзя, понимаете, нести в широкие зрительские массы, а то все начнут покусывать карандаши, понимаете, ручки и другие предметы. Наоборот, покажем зрителям, что Никитина бережет карандаш, как орудие своего производства. Не мешайте. Аркадий, я с этой дамой работать отказываюсь. У нее, понимаете, нет никакого представления о научной дисциплине. Из этой особо ученый не выйдет, это я вам гарантирую. Начальство, посмотрев фильм Александрова, приказало куски с Раневской и Плятом выкинуть к чертовой бабушке. Особенно министр Большакова огорчил Бубенцов, прямо-таки травмировал его нежную чиновничью психику. Как я погорел. Да, консультант по солнечной энергии смеется таким идиотским смехом. Где мы видели таких консультантов? Это не наш смех, не советский. Консультант, который уносит с работы все, что не привычно. Лампочки какие-то. Вы чему учите наш народ? Это нетипично, тем более для Плята. Да, киноначальство было в этом твердо убеждено. Александрова и компанию выручил, как ни странно, Иван Пырьев, конкурент. «Лично мне эпизоды с Раневской и Плятом нравятся», — заявил он. «Они в Гришкиной, как бы помягче сказать, комедии, самые смешные». Пырьев тогда уже носил прозвище «Иван Грозный». К Пырьеву уже прислушивались. Конечно, кино не могло предоставить Пляту такого простора для творчества, как театр. Ни тебе глубоких ролей вроде Цезаря, ни экспериментов с внешностью. Без привычного сложного театрального грима Ростислав Янович порой чувствовал себя голым. «А можно паричок надеть?» — атаковал он кинорежиссеров. «А бородку козлиную? А если челочку вот эдак уложить?» На кретина похож. И прекрасно, батенька, что похож. В театре имени Моссовета, где актер служил почти всю жизнь, его даже дразнили братьями Гримм. Так он обожал нехитрые доспехи театральности. Например, в спектакле «На полпути к вершине» его герой сначала представал в генеральской форме, затем обросшим оборванным хиппи. Полное удовольствие для Плята. Кстати, когда начались репетиции этого спектакля, Плят потребовал себе все предметы, с которыми взаимодействует его персонаж. А это оказалось очень накладно. По ходу действия хипующий вояка питался колбасой, поджаренной на шпаге в камине. Ростислав Янович настаивал.
нужна настоящая шпага, настоящий камин и, главное, настоящая колбаса. Хотя бы настоящая колбаса. И вот на каждой репетиции Плят жарил колбасу. Угощал ею других актеров, работников сцены, всех, кто сбегался на соблазнительный запах. И был страшно собой доволен. Один раз после этого спектакля он как был в гриме, так и поехал в гости. Торопился смотреть футбольный матч. Он жутко переполошил своим видом всех окрестных старушек. Завидев такой антиобщественный типаж, они бросились вызывать милицию. Вообще-то футбол был так, прикрытием. Артист вполне мог переодеться, но почему бы не развлечь гостей? Приличные, добропорядочные люди. Да и самому приятно, такой ажиотаж вокруг получился. Определенно, шекспировский Фальстаф мог считать Плята достойным собратом. Еще веселее становилось, когда Ростислав Янович объединял усилия с кем-нибудь из коллег. Допустим, с Верой Морецкой, хозяйкой, как называли ее в театре. Мадам имеет любовника. Как? Простите, пожалуйста. Вы за кого меня принимаете? Я вам только что сказал, мадам, что это вопрос весьма деликатного свойства. Аж поймите, дама без любви, это не дама из высшего... Но я порядочная женщина. Все равно, в этом случае особенно ценно, поймите. Никому не интересно, если заводит очередного любовника, дама с большой практикой в этом. Этого еще не хватало. Мадам, я вас смею заверить, что можете стать дамой высшего общества, une femme du monde, только играя в бич, куя и имея любовь. Но порезвиться, как они это называли, вместе в кино, Пляту и Морецкой удалось только однажды. В сатирической комедии с химическим уклоном «Легкая жизнь». Что это значит? Что ты сделала с моим костюмом? Я ничего не сделала, это он сам... Что сам? Сам вытянулся во время чистки. Ради бога, не успокойся, я сейчас, я... Что ты говоришь, Вася? Ты посмотри! Маргарита Ивановна! Что ваш несчастный частник сделал с моим костюмом? О каком частнике ты говорила? И при чем тут Маргарита Ивановна? Ты опять пользуешься ее услугами? Я же тебе велел, я требовал! Говорили меня! Я имею полное право обращаться, кому хочу, и поговорить, что хочу, и у кого хочу! На съемках комедийного фильма «Деловые люди» актера вновь ожидало испытание. Он играл богатого обывателя, в дом которого забрался вор. Роль грабителя досталась Юрию Никулину. В сценарии было написано: «Воцарялась атмосфера непринужденного веселья». Но вот с весельем-то что-то не ладилось. Два признанных остряка не могли выжать из себя даже кислые улыбки. Пытались травить анекдоты, не помогло. Плят уныло начнет анекдот, а Никулин также уныло его закончит. «Да что ж это такое?» – возмутился директор картины. «Вот чему вас только в амхатах ваших учат! Подумать только, смеяться они не могут! Позорище!» «А вы покажите нам свой голый пупырчатый живот», – предложил Пляк. «Вот тогда и засмеемся». Возмущенный директор пулей вылетел из павильона. Никулин и Пляк проводили его счастливым смехом. «Мотор!» – поспешил скомандовать режиссер. И съемка пошла. Шли годы. Любопытные роли попадались Ростиславу Яновичу все реже и реже. Нет, Плята не забыли, он регулярно получал сценарий, мужественно их читал. Сейчас не снимаюсь нигде. Последний фильм с моим участием вышел позапрошлой зимой. Вот, стало быть, пауза примерно двухгодовая. Но паузу ее нельзя назвать, потому что я связан с кино все время. Я все время читаю среднего качества сценарии. Работаю, понимаете? Действуют, я бы сказал, в этом процессе две силы. Сила притягивающая – это ласковые звонки из киногрупп. И сила отталкивающая – это качество читаемых сценариев. Побеждают полностью каждый раз сценаристы. Все отсылаю обратно. В кино у меня ощущение, у меня до сих пор не пришло еще той роли, которую я бы назвал кусочком своей жизни. Понимаете? Такую я еще жду. Времени осталось не так много, но еще есть время подождать. В 71-м году Ростислав Янович дождался большой роли. Татьяна Леознова предложила ему роль пастора Шлага. Пришло время, когда общество захотело увидеть в образе героя своего времени истинного интеллигента, без снисходительного и даже ласкового комизма.
Плят, как никто другой, излучал необходимый для этой роли душевный свет и мудрость. Мы ведь с вами говорим о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев, и в Гитлере, и в Гиммлере, можно найти следы, так сказать, падшего ангела. Ведь вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, насилия, лжи, что в них-то человеческого, по сути дела, ничего не осталось. Роль пастора стала визитной карточкой Плята. И он был очень рад, что на этой карточке у него умное лицо. Не Бубенцовым же помирать. Хотя о смерти актер предпочитал не думать, шутил и ерничал. Даже когда повредил ногу и почти перестал ходить. «Знаете, почему я люблю море?» – спрашивал актер. «А я в нем не хромаю» – и хохотал. А вот отмечать свой 80-летний юбилей Ростислав Плят наотрез отказался. Уперся и ни в какую. Подумав, ему предложили, а что если это будет антиюбилей? Ну, такой нелицеприятный капустник, злопамятный творческий вечер. Как? Беру. Заверните, сразу согласился актер. Вот такие мероприятия он обожал и почти всегда был их активным участником. Одна из последних ролей Плята в кино – Алексей Борисович в фильме Марлена Хуциева «Послесловие». Герой Плята смертельно болен. Он приезжает повидать дочь, но дочь в отъезде. И вот оптимизм, детская наивная радость жизни героя Плята, ничего не требующая взамен любовь, переворачивают размеренную прагматичную жизнь зятя. К сожалению, не дочери. Кто кричал «Вперед за Родину»? А кто-то просто мама. А майор, который вам подержал, все просил. Ребятки, милые, не терпи. Матерись, легче будет. Да уж не знаю, отчего пароход сильнее кидало. То ли от бомб, то ли от... Сколько я вот таких ребят я за войну повидал, а этих всех в лицо помню. Хуциев искал на главную роль актера-интеллигента, а таких людей было по-прежнему мало. И один из них – Ростислав Янович. Как это говорится, уходящая натура, вымирающая порода. Да, наверное, так. 30 июня 1989 года Ростислава Плята не стало. Считается, что высочайшего класса артист только тот, кто одарен набором не только внешних, но и внутренних качеств. Ростислав Янович Плят соответствовал этому безоговорочно и в полной мере. Темперамент, непосредственность, обаяние, эрудиция, образованность, такт, общительность. Что еще? Но, по-моему, определяющим его суть было несколько другое. Что именно? Это восторженность человека, сохранившего до старости живую душу ребенка. Умение радоваться всему, что его окружает. По-моему, так и никак иначе.